принято считать, что кастрируют самцов, а стерилизуют самок. На самом деле это два абсолютно разных понятия, не связанных с половой принадлежностью. Стерилизация – это хирургическая операция, при которой происходит перевязывание семявыводящих канатиков или маточных труб. При этом питомец продолжает испытывать весь дискомфорт половой охоты. Единственным плюсом является это отсутствие нежелательной беременности. Кастрация является хирургической операцией по удалению гормон-продуцирующих органов, таких как яичников у самок и семенников у самцов. Это ведет к полной потере функции воспроизводства, а также прекращается нежелательное половое поведение.